В Москве немножко все по-другому. Лето в столице не хочет отступать надолго. После непродолжительного похолодания температура воздуха продолжает повышаться, а к концу недели вновь ожидается самая настоящая жара. Правда, временами с дождем. Лето продолжается, лето никуда не ушло. И та вот такая своеобразная репетиция осени, которая прошла у нас в начале этой недели, она, собственно, подошла к концу. Хотя до конца текущей недели погода в Москве будет неустойчивая, и вероятность кратковременных дождей, она останется, в общем-то, достаточно высокой. Тем не менее, фон температуры будет не только соответствовать нормам, но не исключено, что выходные будут существенно превышать средние многолетние значения. Мы рассчитываем на повышение температуры, дневной температуры к выходным до 23-28-24-29 градусов. Согласитесь, это вполне летние значения. Сегодня в Москве 24 тепла, небольшие дожди, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.